Чё, куда мы шли-то? Не, я тут что-то пытался-то. Там что-то есть? Не похоже. А! Во. Чего, блядь? Я пытался дверь открыть. В итоге, короче, ампулу нашел. Нормально, чё. Так. Куда мы идем? Да если б я знал. Лампочки сделал, мне нужно просто свет включить теперь. Из контрольной комнаты. Все. В принципе. Мы идем воровать. Воруй! Че ты там увидел? А, дверь. Будем выступать? Да. Вот говно, блядь. Ты иди ты нахуй, ты заебал, блядь. Сука. Говна, блядь. Только что лечился, блядь. Еще раз лечись, нахуй. Зашибись, блядь. Пиздос какой-то. Обидно. Не понял. В смысле, блядь, открыто? Ладно. Да иди ты, блядь, нахуй! Только что, блядь, лечился, сука! Опять лечись, блядь. Чё это за бред, блядь? Ты нахуй, может, пойдешь игра? Один удар, блядь, всё пизда. Охуительно, блядь. Пошёл уже. Издеваешься? Идеально, блядь.
Так, подожди. Я сначала рубильник дерну. Занавес движется. Теперь сохранится. Тупые, блядь, враги в узких коридорах, сука. Так, что это такое? Подожди. У меня есть аптечка большая, нихера. Ха. Внезапно. Так, но сцену! Но сцену! А что, будет какая-нибудь хуйня нездоровая? Так, стоп, что это? Это гигантское зеркало. Что это? Ага. Окей. А можешь назад убрать? Привет, Бильбо. Этот человек только на Silent Hill приходит. Деревянный стол, на нем нарисованы книги. Бум. Нарисованы? Что, блядь? Что, блядь, значит нарисованы? Что-то изменится? Часть Origins Silent Hill Zero. Ха. Это не повернется. И в чем смысл? Видимо, не то. Нужно какой-то определенный этот выставить, да? А какой? Крутим левую просто все. Так, ну, блять. Очевидно, что вот так. С этим сценарием только так. И что это? Было.
Подавление и принуждение? Да ну. Глава 2. Подавление и принуждение. Факт, хорошо известный разведывательным службам, военным агентам, чем лучше контролируем разум, чем больше разум сам по себе контролирует, тем легче он подвергается внешним воздействиям программирования. Именно поэтому эти службы набирают людей с устойчивым разумом. Чё, блять? Среди племен, которые развивали возможность контролировать и фокусировать свои мысли, существовало одно, членов которого боялось все сообщество. Говорят, что их шаман мог убивать с помощью одной только мысли, направляя свое желание убивать прямо на тело жертв. Чё, блядь? Вэть! После изучения всех этих случаев мы видим, как мозги жертвы пытаются совладать с конфликтом, вызванным оскорблением со стороны любимого человека. Во многих случаях личность обиженного ребенка раскалывается. Одна личность продолжает любить обидчика, другая личность содержит всю злость и гнев обиженного, напоминает зеркало обидчика, пытаясь переложить свою боль на других. К сожалению, чаще всего именно эта личность доминирует. Да, так и есть. Так и есть. Чё это резидент тут начался четвёртый? Чё это? Некоторые книги очень странные на вид. А некоторые так сильно выпирают, что хочется достать и почитать. Чаптер 3. Олицетворение заблуждений. Феномен такой, как телекинез, полтергейст, если применить популярный термин, появляется часто. Он часто возникает при негативных эмоциях. Страх, волнение или стресс. И можно полагать, что эти эмоции олицетворяют внешнюю энергию с физическими эффектами. Кошмары очень сильны. В любом случае, этот феномен появляется у детей или у подростков, и в большинстве случаев он возникает у женского пола. Так, ну, судя по всему, это все. Давай вернемся. Видел новых убогих жаб? Когда? Год назад? Да, видел. Дерево, сценарий. Лес по-любому. Лес, да? Вот это похоже. Да ну я видел, что они сделали. Ну, вот. Визуальный стиль Никелодиума, блядь. По какой-то причине. Шо это за, блядь, поленич? Шо это за место? Чё здесь все такое стрёмное, алё? Чё это, блядь? Stage office. Ки. Хорошо. Не надо бояться. На острове полно разных звуков. Звуки и нежный ветерок, который охлаждает и ласкает. Иногда тысячи музыкальных инструментов играют и слушаются голоса. Если бы я проснулся после долгого сна и снова хочется спать, и затем во сне,
Че? Разойдутся тучи и покажут богатство, готовые упасть ко мне, когда проснешься. Я снова что-то прокричу. Че? Че, бля? Что? Wait. Да не похоже на черепах. Вообще ни разу. А, в смысле на мульт? Последний, может быть. Не знаю, я не видел его. На игру точно не похож. Ни на одну. Как она выглядит, она сейчас? Она, блядь, похожа на флеш-игру, ёпт. На дешевую. Так, stage office. Далее. Оп! Представляешь, играешь в Silent Hill, блядь, внезапно с дерева чеширский кот спускается. В этот момент он понял. Ему пиздец. Да иди ты нахуй, ты откуда вылез-то, блядь? Вас двое, что ли? Ай, блядь, карта отвратительная здесь. Я 6 раз успеваю кнопку нажать перед тем, как... Перед тем, как карта открывается. Пиздец. Рычаг управления. Еще одну сценку можно сделать. Хорошо. Бумага и книги. Рассказ «Старик и море». Это история о старике и море. Забирайте! Ебать! Бля, я не знаю, что там было. ПХП. Давайте я сохранюсь. Сейчас, наверное, босс будет. Пора. Просто уже. Окей. Так, декорации 3.
Нет, эта идея классная, на самом деле. Да, давай изучим дробовик. Отличная идея. Беги. Тарарара. Три Трайфорс, блять. Отрывка лжи. Тебе это надо, не так ли? Ну, щука. Нет, только не снова. Я думал, все еще заставка идет. Ключ мотеля. Ае. Отель Риверсайд. Че? Че, че? Ага. А? Уэ, уэ. Кажется, я там уже бывал. Уэ. Уэ. Патроны кончились? Ты там, Bright Dreams. С чего ты взял, что я немного приуныл? Иди еще и скапайте, все, и мерзавец. Врет и не краснеет. Где? Где штука-то? А, вот он. Невидимая. Что тут за херня творится с огнестрелом? Картинки меняются. Багуется игра. Я чё? В смысле? Я думал, это все. А чё тогда делаем? Ха! Ха! Был другой выход, нет? Очевидно. Главное сейчас, чтобы по пути где-нибудь нашлись хилки. Все остальное не важно. Где наша цель? Ты, блядь, прикололась, что сейчас игра? В смысле? В смысле, блядь, в самое начало?
Ты чё, ебанутая игра? Игра, ты ебанулась? Серьезно, в самое начало? Чё? Ебать врагов. Я не знаю, я бегу сюда. Хоть сюда, скорее всего, и не нужно. Но, как я уже говорил, в тупиках валяется куча ништяков обычно. Например, дубинка. Например, энергетик. Можно, кстати, энергетика ебануть, почему нет? Они все равно же не лечат, они просто дают возможность бегать дольше. Чё это за звук? Чё это за звук? Фу, сука. Не подходи. Я ударю тебя, не подходи. Что это такое? Лопата? О! Елка! Это же GTA типично. Так, здесь есть магазин книги Энди. И он открывабельный, кажется. Так, вопрос в следующем. Это сквозной магазин дальше? Чего, блять? Автомат? Silent Hill с автоматом? Вот это, блять, поворот. Silent Hill с автоматом. Энди, все хорошо, продается множество книг. Я закрыл твои ключи в кассовом аппарате. Комбинация служит номер твоей квартиры Гринфилд. Надеюсь, что ты неплохо отдохнул, Дарма. Чё? Это мне что, сейчас в Гринфилд надо идти, что ли, или что? Похоже на правду. Номер твоей квартиры в Гринфилде. Еще бы узнать, где этот Гринфилд находится. Шаган. Или что там было написано? Зачем? Гринфилд. Номер твоей квартиры. Ебу? Где его квартира находится? В Гринфилде. Тут нет никаких Гринфилдов. Canyon Industries. Borden.
О, Гринфилд. Гринфилд Апартментс. Нихуя тут пилить. Я считаю всю дорогу назад, что ли? Ладушки. Дичь, конечно, полная. Чего ты, блядь, сюда идешь? Не иди сюда. Погоди. Сори. Зафиксируйся. Встань! Устакань ливер. Тихо. Во. Во. Вот это по-серьезному. Давай, давай. Че за город такой? На каждом шагу, блядь, энергетики валяются посреди дороги. Какой ты мудак, вот серьезно. Вот какого хера? Он стоял, блядь, неделю пытался... Ты пиздец, ты ёбнутый. Он неделю пытался взять предмет, короче. А когда его взял, блядь, его задамажили. Заебись. Ну и толку мне от этого предмета. Ты чё такая здоровая хуйня, слышь? Алло. Хуйня боссом, по-моему, была только что, нет? Теперь она просто обычный враг? А, да, мне норму, но Origin. Я... Как-то даже... А мы сюда ходили? Я помню, что я мимо пробегал этого места. А насчет заходил? Опачки. Из-за умозаключений, высказанных ее учителем, было очень важно рассмотреть саму суть проблемы. Офицер говорил с госпожой Галеспи и ее дочерью. И не обнаружил никаких доказательств обиды или пренебрежения. Ему показалось, что госпожу Галеспи казалась примерной матерью. Госпожа Галеспи казалась примерной матерью. Воспитывая свою дочь в религиозной строгости. Далее, для того, чтобы удовлетворить запрос обвинителя, мы попросили доктора Кауфмана поговорить с девочкой наедине. Он сказал, что все разговоры о культах и ритуалах были просто детскими фантазиями. По его мнению, единственным преступлением госпожи Галеспи было то, что она позволила дочери читать слишком много сказок. Ебаный говно. Чтоб ты жил, блядь, на одну зарплату. Бабкину. Козёл. Ну а хули он сам культист? Ну все это детские вещи. Она все придумала. Чтоб тебя Лиза утащила, блядь, и убила. Козёл. Козёл. Так, ищем квартиру. Чью квартиру мы ищем? Хорош вопрос. Ёб твою мать, опять это говнина, блядь, здоровая. Ты чё угораешь? Ты слезь ты, блядь, с меня, хуйло. Ну конечно, блядь, я тут сзади подкрался. Иди нахуй. Бля, чё, я умираю, что ли? Чё происходит? Охуеть, когда успел? Во-первых, выпей энергетик. Достал уже. Во-вторых, выпей это. Да, блядь, войди в дверь, что ли, ну.
Так, подожди, здесь что? Здесь целая локация, что ли, будет? Я думал, мы просто номер квартиры узнаем и уйдем. Конечно, блядь. Да мы ж тут были. Ну, вниманию, конечно, этому особо не придали. Сика. Ну это было, блин, реально 4 часа назад. Когда мы тут были, если не больше. Вы думаете, я, блядь, 213 запомнил? У меня память рыбы. Или улитки. Улитки. Мяу. Да, не действительно, Шекспир ставили в театре. Темпест написано. Да, я был прав. Иди нахер, не подходи, козел. Иди козе хупили. Какой толк, блять, в этих энергетиках? Он так же бегает. Вообще разницы никакой. Что с ним, что без него, он, бля, пробегать 3 метра устает. Ебанешься. А в кафешку можно зайти? Нет. Ну давай, не надо. Я въебу. Гандон. Так гандон. Иди нахер. Бесишь. Только, блин, лечился, он опять меня задамажил. Что за ерунда? Я туда хоть пришел. Где касса-то у тебя? Ключ от книжного магазина. Бэкдор. Воруй! Воруй с кассы! Надо было еще денег подрезать. Кеша, что в кассе? Золото, бриллианты. Твою мать, алхимила. О, я знаю это место. А что оно опечатано? Это из первого Хила. Сок локации. Там с молью дерешься, с гигантской. Че, есть хилки-то? Хо-хо-хо-хо, здравствуй, родненькая. Хорошо. Через алхимию надо пройти.
Открывается. Открывается. Так, это самое. General Store. Ух ты, блядь. Как у вас интересный магазин, блядь. Патроны на витрине лежат. Это что, ампула? Ампула. Бери все, бухло. Бери все. Чего? Че увидел? Коробка с инструментами. Срок годности вышел давно-давно, так что лучше это не пить. Ты что, отвертку собрался пить? Не, ну ты отважный. Отвертку хуярить. Че, блядь? Стоп, подожди, я думал, это предмет какой-то был. Че пишут-то? Рецепт? Че за рецепт? Появляется свеча, которая светит на твою кровать. Появляется мясник, который отрубит тебе голову. Че-то мне нехорошо. Может, не надо мясников? Мясников. Мясников это... из уральских пельменей, по-моему. Не надо мясников. Мясников, сидеть. На скотобойне! Я сохранился. Да в смысле закрыто? Ладно. Я что-то подумал так. Давай на завтра что оставим. А сколько мы прошли-то вообще? Вот это то, что вроде было.